наш таксист решил немножечко срезать. It's good in here, we can go. Наш таксист решил немножечко срезать, потому что на главной магистрали была некислая пробка. И мы решили показать вам, как выглядит настоящая жизнь в Китае. То есть это одна из улочек, по которым происходит движение базарное. Такой вот рикша есть. Вай? 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 Чумио? Люди, вот такая, вот это настоящий Китай. Все, покидал, получил рису. Вот, смотри, погоди. Одежда сухнет, все нормально, постирал. Люди отдыхают, все нормально. Это Китай. Ну и одна из уже более крупных улиц. Кстати, вот сейчас мы выезжаем на дорогу. Если вы думаете, что мы кому-то уступили дорогу, то вы ошибаетесь. Потому что выезжают они, справа прилетают очень много всего. Торговая улица, службы доставки, русские в основном. Такая... You don't know? Денис, он не понимает, где мы, он говорит, надо позвонить.